Всем привет, с вами Демон. Вот, я поменял ник с Кабана. Так, и я показываю игру Killing Floor. Вот, я в нее уже немножко поиграл. Это просто пробное видео. Ну, так внезапно. Ну, вот. Так, выбор навыка. Навыков тут много. Это всего лишь 7 штук, но не так уж и много. Это поджигатель, подрывник, берсек, командос, снайпер, техник и медик. Медик, он позволяет восстанавливаться шпицами на 10% больше, эффект лечения тоже больше. Техник, ущерб от дробовиков и взрывов увеличивается, а нет, только от дробовиков и скорость работы. Сашным аппаратом снайпер, это ущерб пистолета, дезерт игла, ружья, арбалета и М4. Командос, это получается АК-47 и прочие. Берсерк, это уже на мечи и прочее, это от огнемета и подрывник. Лучше выбирать, конечно, командос. Вот. И подключаемся. Я сделал длинную волну, уровень легкая. Ну, покажу, как легче тут, как лучше играть тут, вот так вот, скажем. Так, видим стрелочку. То, что магазин. Да, тут есть магазин. Удобно сделали. Вот, волны вот в таком виде идут, монстры. Лучше двигаться, конечно же, чтобы вас не задели. Так, у меня чуть-чуть лагает, когда я стреляю, но ладно, разберемся. Это был магазин, он пополняет на одну обойму и на одну гранату. Вот граната кидает. Мы избавились от одной волны и где-то будет там сейчас вот такие вот виды оружия. О, это очень хорошо, мне попался сразу автомат и не придется мне покупать еще что-то. На букву Q восстанавливается ХП. Также будет лежать еще разные прочие оружия и броня. Вот у нас и дробовик появился. Конечно же, лучше с дробовиком бегать. Не знаю почему, но это так. Двери можно сваривать, чтобы монстры не проникли. И сейчас я вам приведу пример. Сейчас мне надо продать автомат. Так. Так вот продавать, это весь магазин. Полный боебезопас не будем делать. О, мы еще нашли винтовку. Ее тоже можно продать. Она не очень такая сильная, но. И бронежилет можно купить в первый раз. Вот, разбиваем. Берем сварочный аппарат и завариваем двери. Это первое укрытие, оно на первый несколько раз. А потом уже волны, когда будет больше, укрытие нужно другое выбирать. Так, у меня чуть подлагивает немножко. Я продала тебе отличный товар. Найди ему хорошее применение. Похоже, ломаю дверь, да. Я готова
Когда остается чуть-чуть всего монстров, можно идти в магазин, не обращая, почти не обращая внимания на них. Прицела тут нет, так что вам надо ориентироваться посередине экрана. Так, мы продаем пистолет и дробовик. Нам нужен... Так... Я вам не буду себе оружие показывать, но вот они все. Впрочем, ты и все. Ты шутишь? У тебя нет столько денег. Так... Сейчас тогда покупаем АК-47. Полный боезапас и все. Так, идем во второе укрытие. Сейчас вам покажу. Так. У нас есть время, я могу его укрыть. Так, это походу будет второй магазин. Вот, и завариваем вот эти две двери, через которые вот через это будет не, ну, почти не будут проходить, есть только босс в конце. Кстати, тут есть монстры, которые становятся невидимыми, но чем они ближе подходят, тем их можно рассмотреть. Вот первая, вот вторая. Вот видите? Все, и деньги больше не тратим. Так будет лучше. Дорогуша, пушки не растут на деревьях. Тебе нужно больше денег. Так, я иду занимать ту же позицию, она более выгоднее, чем на этом этаже.